Да ёперный театр. Так, вот надо пробел поставить. Это полностью надо будет удалить. Удалить. Причем вообще в тегах для соуса папка. Ну да ладно. Выделить все, удалить, вставить. Это падаль. Каталист, Артгейм. Ты говорит, чёрт, чем тебе не нравится моё имя, блядь? Понимаю. Это все потому, что у меня стояло, мне не было галочки, что это контент не для детей. Но с тех пор Dark Souls 2 не контент для детей. В шоке. Ну, хотя... В каком месте Dark Souls это игра для детей? Да, Лендик, я тебя вижу. Ты от меня не спрячешься. Сейчас тебе покажу, какое кольцо надо, чтобы, типа, играть вместе. Вот, короче, где она? Вот у нее. Чиздишь с ней, и у нее есть кольцо. Вот оно, 5500 стоит. А именное кольцо. Вот эту штуку надо. Это кольцо, чтобы можно было вместе играть. Оно недорогое, типа. Ну, 5000 душ, по мне кажется, фармить очень легко. Well, так как? Куда мы туда? Надо звук убавить. Вот так, отлично. Вниз на дно не хочу. Его у меня снова человек. Человек, но паук. Бля, красивый. Красивый мужчина в железных штанах. В тяжелых, капец. А, рядом с бабой. А, понял, сейчас тебе скажу. Ключ находится, смотри. Думаю, у тебя там еще костров нет. Бежишь вот посюда. А в лес падших гигантов, короче, тебе надо. Вот тут забираешь сундук. Бежишь дальше. Тут ты не пройдешь. Вот тут. Рычаг. Его, короче, надо будет этот ключ купить у бабки.
Папка находится в крепости, где павший гигант. Ну, в крепости павших гигантов. Сейчас я дойду, чтобы тебе наглядно показать, где это. Да уж, без перемещения долго идти. Вот тут ты можешь спрыгнуть вниз, залутать сундук. Вот тут гоблин сидит, жирный такой. Вот здесь спит Чебрик. Сюда проходишь, здесь лутаешь труп. Вот он сидит. Я не... Тут какая-то, короче, душа падшего мертвеца или как. А, лутал. Понял. Всех этих чефнов тогда оббегаешь, тебе не интересно. Нет, ну по сути тебе они интересны, мне они не интересны. Тут по желанию всех перебиваешь, но я забью хер, я побегу дальше. Тут ловушка. Тут тоже. Ползи, придурок. Сюда приходишь, здесь сидит бабка. Вот в этом месте. Вот в этом. У нее покупаешь вроде за 1500. Или за 1200 ключ в кузне. Не помню именно за сколько, за 1200 или за 1500. Но вот тут. Вот тут она сидит. В третьем дарке тут вроде бомж сидел. Ой, не в третьем, а во втором на PS3. Здесь вроде бы его нет. А, он сюда перекочевал. Походу. Короче, ключ покупается вот тут. У бабки. Вот тут можно залутать Чефана, но я тут пару раз видел, пока его лутал. Пытался, точнее, залутать. Там какая-то хрень, я не помню, честно говоря. Чё там лутается. Если ты еще в игре, давай пофигу, попробуем вместе поиграть. Я просто еще ни разу ни с кем не играл в коопе. Хоть попробую разок. Я просто типа знаю то, что через это кольцо легче с другими игроками соединиться, но в принципе типа там что-то выбираете одного бога и присоединяетесь друг к другу через мелок призыва. Так ты подфарми 5500 душ, это не так долго. В том же лесу падших гигантов. Там быстро фармится. Раза два, по-моему, локу зачистить, и у тебя будет 5к душ. Ну что, я создавал педа по 55. Тебе надо убить 100 таких педов? Ладно, это немного дольше, чем я думал. Но все равно не настолько долго.
Вот это вот гоблина колупать сложно, он может шотнуть. Вот сейчас он мог меня поймать и убил бы разом. Ля, крыс. Ты кто? Крыс. Но его можно забайтить и спокойно с этого, с пещеры убивать. Не пизда. Вот с него 1100 душ падает. Его можно типа забайтить на эту пещеру, и он будет тебе подходить. Ты его стукаешь, убегаешь, и так продолжается. Значит, я тебе его убить, ну, условно 5 раз. А еще в этом... В огненной башне Хейда на железных полудурках неплохо фармится. Ну, кстати, я там не был. У меня вроде есть кольцо кошки. Так, что ты, какое-то кольцо? Как тебе типа, прочитать? Я на кольцо в виде пропущения жанра, да. Я могу там залутать. Не, меч хуйня. Поверь, у меня тоже была херня. Я буквально на 5-6 уровне пробежал. Получается, до вот этой башни. И спустился внизу, там забрал меч на зачарованный. Ну, меч на огонь. Сейчас покажу, если я его не. Нет, я его не продал, мне некому было бы. Вот этот меч я там залутал. Огненный меч. Ну типа. Когда дерешься с кем-то, он огнем. Он поджигает их. В принципе, как и на PS3 делал так же. Его постоянно лутал на самом начальном уровне. Качать вот насчет этого можешь меня даже не спрашивать. Я из тех игроков просто, кто качает типа здоровье и типа, блин, смотри, блять, я тебя слышал, гандон. Так, информация об игроке. Нет, не то. Статус игрока, типа, я в основном качал жизни и стойкость. Физуху я качал для топора. И силу я качал вроде... Нет, ловкость, силу и физуху я качал только для топора. Типа, чтобы с топором играть. Мне просто топор нравится. Я качал, типа, ну, показал. Идеально было бы туда обратно залезть. Но в огненной башне Хейда, как по мне, фармится побыстрее. Я качал... Вот ты спрашиваешь, ну хп и урон. Ну смотри. Как я качался. Я в первую очередь вообще качал только хп. Потом я понял то, что я мало кувыркаюсь. Типа, кувырки мало. Мне мало того количества кувырка. Я начал качать... как оно, блядь, называется? Стамину. Потом я нашел топорик, я хотел поиграть с этим топориком. Вот с этим. У меня он сейчас вкачан, я не помню на сколько. Сейчас покажу. На плюс 6. И у него 224 урона. Ну это в принципе охеренно. Но рапира лучше. Она быстрее. Я хотел поиграть с топориком, поэтому я качал себе силу, ловкость и прочую шляпу. Чтобы нормально было играть и урон не терялся.
Огненная башня Хейда у меня вроде бы вся убита. Там только эти рыцари Хейда бродят. Если не ошибаюсь. Могу ошибаться. Да, тут рыцаря Хейда даже нету. Тут и Хейда нету. Обидно. Я что, всех убил? По сколько-то надо вроде, сколько? 10 раз надо убить одного, а нет. Вот чеф он ходит. Он там ходит. А в центре остался кто? Блять, блять. Раз. О, я здесь отдыхал по минимуму, потому что, ну, типа, я тут все знаю. Типа, мувсеты и врагов я тоже знаю. Так что отдыхал здесь не особо много. Я тебе больше скажу, я вот тучу пушилу убил со второго трая. А вот тучу пушилу, которая сидит в здании, ну, в этом замке, я убил с первого трая. На драконе я умер 2 раза. Я когда увидел дракона, я вообще охренел, потому что на PS3 его не было. Да и рыцаря Хейда здесь не было. Я такой не понял, такой знатно прифигел, типа, кого? Чего? Кто вы такие вообще? Хантом. Давай, давай. Большой шлем рыцаря Хейда. Что за шлем? Насколько он говно? Явно не могу его убить, потому что, ну, типа, я его видел вообще впервые. Типа, думаю, какой дракон, блядь? Вы чё? Как его проходить, блядь? А там его тупо надо зарашить, типа, пяткам пиздить. В моменты, когда он может взлететь, надо просто как-то бегать, мансить. Но я лично его в этот момент с лука херачил. Давай фармим 5500 душ и пойдем играть. Блять, не говорите, что вы оба два имбецила, сука, за мной побежите. Я в ахуе. Как вас двоих-то пиздить? Нечестно. Блять, 2 дебила нахер. Вас двое. О. Только пойдем пониже спустимся, окей? Да, подходи ко мне. А ты сейчас на какой локации, если ты играешь, то ты на какой локе сейчас сидишь? Я хочу кое-что попробовать, ну посмотреть. На какой-то локации?
Ты про тролля в лесу? Я не знаю, прокатит, не прокатит. Не знаю, будет работать, не будет. Но никто не побежал. Нет. Посмотри, может, у тебя появится, типа, призыв меня. Ну, мало ли. Проверь, там, может, появился он. Не знаю. Видишь, тут на входе в пещеру по лестникам сверху. Где вот этот бегемот ходит. Типа просто тут по лестникам поднимись. Он должен быть где-то в этих окрестностях. Могу его внизу поставить. Но я не знаю, будет он у тебя отмечаться или нет, если мы не с одним богом связаны. Как лагает сайт. Это ваш просто. А, слушай, у тебя ты, блин. Ты сейчас в какой форме? Типа в полого? Ну, в форме полого, типа убитого, или в форме человека? Я сейчас прочитал то, что чтобы другой игрок мог видеть знаки призыва, он должен быть в состоянии человека, а не в состоянии полого. Странно, странно. А если... Так, а если я с этого кольца, типа, поставлю знак? Ой, кольца, говорю. Да блин, вот с этого. С маленького мелка. Чекни, может, маленький мелок появился. Давай снизу поставлю. Без проблем.
Блин. Тогда тебе придется фармить. Ну, подожди, стусек. Может, от большого мелка сработает. Вот нельзя, что ли, было добавить просто кнопку присоединиться к другу. Обязательно какой-то гемор. С этими кольцами, мелками. Обязательно нужен геморрой. Понимаю. Какой же кемов. Пятьдесят уже есть. Ой, долго тебе придется. Я подожду. А, Годзилла бежит за мной. Думаешь, ты страшный? Плюс 1000 душ. Осколок титанита. Неплохо. А, ты, кстати, проверяй все в инвентаре вот такую штуку. Вот эти. Душа безымянного солдата, большая душа солдата, гордого рыцаря. Душа, большая душа гордого рыцаря и душа отважного воина. Эти штуки дают души. Типа. Вот. Раз, у меня уже 5600 душ. Вот эти всякие души и рыцари разбросаны по всем ну, по много их на локациях можно найти, и также они с этих спедов падают в неплохом количестве. Пойду в Маджулю, что ли, прокачаю что-нибудь. Что будет возможно.
Важный знак призыва пропал. Ну пропал и пропал, что бубнит. Здорово, дядь. Усилить. Что-нибудь могу усилить. И нельзя. Надо больше обломок титанита. У меня ни одного нет. Жалко. О! Топор вот этот можно улучшить. А все. Больше не может. Жалко. Дай. You need armor. Пять предметов. Что продаешь? Херню продаешь. До свидания. И застрял. Только одного главного босса от Мудоху, который зажигает пламя. Угу, обидно. Хотя не очень. Мало мне прокачка на уровне стоит 8000. Хотя качать-то я на... Жизнь, стойкость, физуху, силу, силу, наверное. Что там повышает переносимый вес? Где это вообще смотреть, ё-моё? Вера нет, интеллект нет, тяга, ловкость, сила, вес груза, во, физическое, что-то там, вот его качать буду. Здрасте снова. Я еще хочу. Новый уровень. Сколько фляги сейчас у меня вроде бы нет? Ну ладно. Подожди, там есть какие-то рожки всякие. Хочу посмотреть. Вот эти вот всякие. Допустим, большая коса. Тут на 28 сил. 185 урон. 50 сил. В шоке. Тут 30 сил. Что защита хоть? Бля, какой. Бах. Пославь солнце. Мой меч 200 урона.
Жаль, только в моих руках она бесполезна. За коса. Чего вообще взял? Странное оружие. Парный клинок. О, он прикольно выглядит. Пойду на свинках потренюсь. Ай-ай. Понял. Зря буковал. Все, сколько уже накопил дождь? Ты эти, если находишь, юзаешь, то, что я говорил, вот эти души мертвецов всякие. В инвентаре смотри. Привет, Гападис. Как ты, как настроение, ебать? Вот и хорошо, вот и правильно, юзай. Оно нам надо. Обоим. Я хочу с тобой поиграть. Пропустил чутка, когда меня не ходит. Но я сначала Fallout постримил. Там что-то час посидели. Сейчас Dark Souls стримим полчаса. Стримлю полчаса. А, короче, Metro Исход будет завтра. И планирую я его пройти весь за один стрим. Это вряд ли мой знак призыва. Это, скорее всего, бот. Ты где-то рядом с сильным врагом, либо боссом. А может, это просто рандомный чел. Это не мой знак призыва. А, ну... Я там тоже свой первый знак призыва нашел. Там был то ли бот, то ли хрен пойми кто. Типа, просто рандомный игрок, либо рандомный NPC. Ну а мало ли, я собираюсь типа стримить где-то в час дня, наверное, начать. По Москве это будет что? По Москве это будет 12. И получается стримить до талого. Ну часов 15, может 20. Не понял. Чиздую Маджу, да? А, Лендик, попробуй пофармить. Не знаю, был ли ты в огненной башне Хейда? Смотри. Идешь вот сюда, вот по этому тоннелю. Вот тут. Будет сложно фармить. Я тебе говорю, будет сложно фармить. Сразу. Но там вот с этих железных упырей падает 550 душ. Я не думаю, что ты уже, типа, наубивал их столько, что они еще не спавнятся. Попробуй их пофармить. С них вроде как 550 душ падает. Или 400. Ну, короче, не меньше 400, это 100%. Да, можно назвать так, марафон.
Ну, думаю, знатно я завтра устану играть. Ну, по факту выходной. Блин. Я даже тебе тактику не могу показать, потому что, типа, я сильно очень прокачан. Я их убиваю с трех тык. Я купил два полковника, а историю Сэма я не хочу покупать. Хотя я ее могу купить. Типа. Но пока хз, типа, я думаю купить ее и не покупать. Но стоит она сейчас по скидке там что-то 300 что ли рублей. Ну а два полковника я сразу же купил. Это шикарное дополнение. По крайней мере, все так говорят. А в исходе тоже есть, ну по факту там тоже ведь две концовки. Или типа хорошая и плохая. Я типа говорил уже то, что смотрел прохождение, но не полное. И не могу вспомнить у кого. У Харда, Куплинова, у Булкина, может у всех. Сегодня вообще нет настроения, типа, на метрошку. Я морально устал от нее. Можно так сказать. Во всех метро. А, понял. Понял, принял, уяснил. Блять, на работе сегодня все кусок пальца отрезал. Теперь я полупальцевый. Полупокерный. О, Лендик на ремувера подписан, понимаю. Теперь я знаю больше. Останется типа в плане, их убивать будут, я должен их как-то спасать. Просто глядя на то, как я спас, допустим, ту же бабу в поезде, никого из моей команды не останется, ну и отряда. Все откинутся. Всех убьют. Даже на камешке посидеть не могу. Падаю. Восславь солнце. Блять, упал. Лев, все равно пока я жду всяко, пока ты нафармишь. Сделаю вот так.
А, кажется, я понял, почему я за этот класс не играл, ну, точнее, за этот профиль не играл. Да, у меня здесь выбор нищий. У меня нет оружия, я не хочу сюда. Я без оружия не пойду. У меня в подписку вообще слянка идет. Блять, я наверх башни поднялся, нашел кого-то рыцаря, который меня уебал. В смысле, ты чё, умер? Пиздец. Это пиздец, товарищи. Лютый пиздец. Бля. Не проеби душ. Пожалуйста. Не знаю, дорожь до этой локации, до этого места. Просто никого не убиваю. Беги обратно к костру. Maybe. Не хочу ничего слушать, отстаньте от меня. И тут я ничего не хочу слушать. А чё, пацаны? Нулевый. Нулевка? Капец, стамина нет, ни хрена нет. То есть, наверное, мечник. Рождение, что каменевшее возьму. Сегодня в прикол в ШК было, решили напугать чела в толчке. Берем резко дверь, дергаем и заходим. Они там все пересрали. У нас были подобные ситуации в школе. Только когда я учился, никто не парил. А в школьных туалетах обычно курили. Пиздец. Оружие мне не нужно, скоро переставить надо. Программа инноваций случилась.
надо скинуться, а то я, блядь, что-то меня разъебало. Стоп, подожди, а какая черепаха? Я не помню черепах. А, ты, наверное, про большого болотного зверя. Да, я снюсь едик, сижу в маске Гай Фокс и кушаю тульские пряники. О, 5 кадуш. Отлично, осталось еще 500. Ты очень близок к цели. Я в тебя верю. Надо 5500. Еще 500. Старый кнут, нахер он мне нужен? Не понял, откуда у меня собака в комнате. Когда тут появился тебя? Когда кто тебя принес? В натуре. Собака богоюзер. В реал лайф. Использую читы в реал лайф. Неплохо. Лазур, я знаю. И привет.
Не, я не первый раз. Хотя полностью Dark Souls я ни разу не проходил. Лентик, ну ты как там, дофармил еще 500 душ или нет? Пошли. Я знаю про Сета Ауроса, там надо потратить около 10 тысяч душ вроде как. Лентик, смотри, ой, ты пехаешься в Маджолу, возле колодца справа, вот это здание. В нем сидит кошка. Трындишь с кошкой и покупаешь кольцо вот это вот. Кольцо, именное кольцо. Вот это вот. Какой сталкер проходишь? Ну, какую часть? Разве там есть под часть военных группировок? Впервые слышу, что есть под часть какая-нибудь. А может, он так полностью называется? Блять, опять, сука, комп завис. Говна, блин, не комп. Эх, как бы я хотел видеть, что вы мне сейчас пишете. Не поверите, очень хочется. Пока показать не то. Я купил. Так, смотри, вступи. Вот, сейчас зайди, где кольцо. Снаряжение. Одень кольцо. Так, сейчас я заменю какое-нибудь. Заменяю, блин. Это что за кольцо? Что он делает? Так, увеличивает физическую атаку, блин. Да, скромно не знаю, за очко. Сейчас здоровье кажется больше намного. Вот его сниму. Так, одень кольцо, короче. И выбери Нема богиня. Да, выбери первое. Нема богиня любви. Так, сейчас я оставлю здесь след мелка, посмотрю. Оп, в смысле? А, видимо, я в моджуле не могу юзать его. Так, где, в принципе, безопасно? У тебя где костры есть? В этом есть? В лесу павших гигантов, либо в огненной башне Хейда?
Давай лес. А где именно, у бабки или в, блин, на болоте? Ну, у речки. Ага, сейчас. Сейчас я кину здесь. Посмотри, он, короче, где-то должен, по сути, появиться. War and go. Привет, Хаки, я тебя не понял. Да чё за бред-то, блин? Попробуй перезайти на локацию, ну типа костром вернуться в Моджилу и сюда обратно. Может, так прокатит? Да, действительно, я согласен, происходит что-то сложное и непонятное. Я ни разу не присоединялся никому. Я толком понятия не имею, как это работает. Я только знаю, что нужно именное кольцо и мелок. Какой мелок? Думаю, что вот этот. Потому что... А ты в состоянии человека или в состоянии полого? Ну, то есть мертвого. Просто если ты в состоянии полого, то у тебя не появится знак призыва. Тебе человеческой фигурки нету. Шел прочь. Страшный зверь. Понял, подожду, пока купишь. Человеческая фигурка стоит 15к? 1,5к. Не пугай. Ну, блядь, 1,5к. Ты вот, ну хотя вот ты низкоуровневый, я хрен знает, сможешь ты зачистить здесь или нет. Но здесь вроде как, в принципе, упадет 1,5к.
Народную солянку? Это чё? Что такое? Ну отсюда, короче, можно дропнуть неплохой меч. Сейчас я покажу, где он лежит. Ну всякие, мало ли потом тебе понадобится. А, тоже мотостовки. Вот отсюда дропается неплохой меч. Ну, по крайней мере, для старта игры. Ждешь, пока эта мандавошка 3 раза выстрелит. Вот тут можно дать. И залетаешь в эту комнату. Вот здесь будет лежать неплохой меч. С огнем. Как туда-то попасть, интересно? Там что-то залутать можно. Я в Сталкер, короче, играл в каком году? В году это к 2014, вроде, 15. Название части я уже не помню, но я помню, что там был контролер в пещере, который мне давал знатно так просраться. Лятых. А тут в Dark Souls, в принципе, ничего понимать и не надо. Ты должен знать, что есть враги, есть ты, есть куча боссов и какой-то непонятный сюжет, связанный с огнем. Больше я сам больше ничего не понимаю. Я просто бегаю, горю, умираю. Я честно не помню, насколько он дамажит, но что-то вроде около на первом уровне плюс-минус 100, сотка. Я не понимаю, как вы вообще играете на максимальных сложностях, это потому что это пипец. Будь у меня возможность, я бы и в Dark Souls играл на минимальной сложности. И Bloodborne. Что там горит, что тут горит. Особенно с боссов, которых я не могу убить. Эй, бомжи, залезайте, я вас жду. Второй полезет. Эй, бомжа. А потом я смогу выстрелить. Я оставил знак призыва, если что, он лежит. Посмотри, не появился ли он. Смотри, короче, сейчас, когда изюзаешь человеческую фигурку, как мне кажется, сначала ты пэхнешь в моджулу, а потом обратно. И, по сути, должен появиться этот знак.
Я не знаю, где он именно появится. Может он появиться и не возле костра. Сейчас я чекну это в гугле. Google в помощь. Я же овощ. Появляются знаки призыва друга. Знаки призыва друга для игры. Dark Souls 2. С помощью игроков не обязательно открыть шлышко формы, чтобы призывать знаки других игроков, должны быть шлышко формы, если вы установите знак призыва, других игроков в вашем мире пропадут. Знаки призыва по белому игроку будут видны в вашем мире только до тех пор, пока вы не убьете босса. Локации знаки по маленькому белому видны даже после убийства босса. После убийства босса в своем мире вы все равно можете собрать знаки призыва максимальное число белых фотовых людей, которые могут открыться в вашем мире 2, в переиздании 3. Некоторые расширили диапазон памяти души призыва, при этом будут видны только знаки игроков, которые выбрали при экипировке кольца того же бога, что его. Таким образом, кольцо позволяет устроить кооператив с конкретным игроком. Да боже, где-нибудь можно увидеть условия? Условия для игры. Так. Steam Community в помощь. Что-то херовенько. Мне. Можешь мне поставить? Как эту залупу поставить? Эту фигню еще надо найти. Я не помню, у какого-то шефа она возле костра, возле ловушки. Она должна быть. А. Тебя там кокнут. Реклама что-то. У тебя что, популярный ТикТок есть? Милок находится возле ловушки. Вот, сейчас покажу где. Тебе нужно быть тут,
спуститься сюда, но тебя здесь кокнут, подняться тут, бежать сюда, блять. Отлюбитесь от меня, пожалуйста. Блять, я уебан. У меня кончилась стамина, и я не смог прыгнуть. ГГ. Спустился по лестнице в ГУМ. Конечно, в качалку. Теперь я похож на... какашку. Он не то чтобы не сработал. У меня либо стамины не было, либо хрен знает. Скорее всего, стамины просто не было. Вот тут надо быть аккуратнее, тут скатывается камень. Но у меня он уже скатился, так что насрать. Тут ловушка, короче, будет с камнем. Осторожно. И мелок тебе будет давать чепушило, который будет стоять вот тут. Сидеть, точнее. Копать себе яму. И я вычитал, знаешь, что еще? У тебя какой уровень? Вот именно уровень персонажа. А скорее всего не поможет. Я тут кое-что прочитал. Не очень такое, знаешь, радужное. А на нолик бежишь и на L3 прыгаешь. Если у тебя не изменено, то на нолик... бежишь и еще раз повторяешь нажатие на нолик. 17-й, 18-й. Херовастенько, но... да, херовастенько, потому что мы не сможем вместе поиграть. Так как у тебя маленький уровень. Я могу, в принципе, на другой профиль зайти. И там уже присоединимся друг к другу. Я могу прорашить все эти локи и, в принципе, норм. До мелка. А там вместе уже будем качаться. Там просто типа память душ не должна не отличаться не больше на 25%. Давай так и сделаем. Типа я прорашу все локи, типа соберу 5к душ, чтобы купить эту херню. По факту это будет быстро. А, ну давай. Я подожду, пока ты мелок заберешь. Но, как я прочитал, типа, память душ, ну, то есть, статистика игрока не должна отличаться больше, чем 25%. То есть, если у меня какой сейчас уровень? У меня 82-й. Ты чё, гонишь? Какой нахер спидран? Да хера на профессионала похож. Не, вон. Между какой-то платформой и домом вниз провалился, а ты про какой-то спидран говоришь. Так, вот, если 80 уровней, это 100%, то получается что? 20 уровней это 25%. То есть мы бы смогли играть, если бы у тебя был условно 61 уровень. Если у тебя сейчас 18, то... у меня должен быть 5 уровень, чтобы мы смогли вместе поиграть. Ну, сейчас мы с Лендиком попробуем, типа, но вряд ли. Давай все-таки я по-быстрому наберу там эти 5-5 тысяч душ. Просто я тебе серьезно говорю, мы не сможем поиграть, потому что у меня слишком высокий уровень.
у нас отличается почти что на 70%. Так, просто быстрее я зарашу Локи, да и все. Тем более у меня уже 12 уровень, думаю, это будет быстро. Так, надо сбегать за мелком и 5,5 кадуш накопить. И все по кайфу. У меня сколько? У меня есть человечки, фигурки? Блять, одна. Рисковать не буду. Тем более, зачем мне Моргенштерн? Действительно. Зачем? О, человеческая фигурка. Отлично. По идее, он должен был тебе мелок дать. А, пока он не ушел, тренди с ним. Тренди до тех пор, пока он тебе не даст ключ. Ой, не ключ, а мелок. Он в любом случае, насколько я знаю, должен дать мелок. Либо он тебе его даст в хате, либо он тебе его должен дать там. А, еще раз, три. В этой хате в подвале есть скелет. Он сильный. Сразу говорю, он сильный. По крайней мере, когда я первый раз проходил, он мне знатных пиздюлей надавал. Знатных таких. Как тебе, не знаю, но... Типа, убьешь его, там с него... Не помню, что падает. То ли кусок фляги с эстусом. То ли... Душа. Блять. Да ты заебал в меня стрелять, лучник ты херов. Эй, мамкин лучник, иди сюда. Развод деда на пенсию 4. Черный коллектор 90-х. Я хавать борщ пошел. Приятного аппетита. Думаю, когда ты придешь, я уже буду готов. Только не знаю, пока в каком плане. Я буду мертвым или я буду живым, но готовым. Морально готовым, в натуре.
тебе мама еще ответит за то, что смотришь и хаваешь. А на PS3 так они все живые были. Там по хардове было. Они сразу всем этим толпой прыгали. Можно еще в мире к челам как враг тэпаться? Хрена себе, я думаю, только как друг можно. Как-то мальчик просил у мамы хаски на день рождения. Мама купила собаку, и сам плачет. Он спрашивает, что такое, сам говорит. Да нету хаски в баночке. В шоке. Кондонище. Жалко собаку, та, что в баночке. Поймут не все. Чё? Поймут не все. Да блять. Потому что у детей есть мотивация дунуть, а у полиции нет мотивации дунуть. Лови чапалах. Лови еще чапалах. У детей есть свой департамент. Эх, я бы сейчас тоже борщика навернул.
Блять, конченый комп, нахуй, он опять завис. Пусть, короче, он пока немножко отдохнет. Поиграю так. С капустой она не красная. Зачем мне есть щи? Я хочу борщ. Пусть эта балалайка чуть-чуть отдохнет. Придется немножко потерпеть. С капусткой. Ой, моя спина. Как эти мутки туда допрыгивали? Ладно, оставим подробности. Блядь, теперь я как будто сам смотрю стрим. Ну давай, беги сюда, конченый. Конченый. Образ, блять. Мне, кстати, два по географии въебали за то, что я реки и озера не выучил. Ой, блядь, у меня в школе в основном такие оценки были всегда. Нет, кончен и. Не кончен эй, а кончен и. А на PS3 ее можно было сразу открыть. Ух, суки. Хуй, та ловушка. Давай мне все свои вещи. Оно мне все очень надо. Какой нахер я спидранер, чё я буду? Я тоже первый раз ради интереса туда посмотрел, в итоге туда упал. Так, у меня есть косточка возвращения. Блять, а кто тогда дает мелок? В натуре в канаву. В тренды Ютуба упал. Блять, я не могу вспомнить, кто дает этот камень. Ой, не камень, а мелок. Чел возле ловушки. Ну, блять, я только эту ловушку помню, а других ловушек не помню. Ну да, почему бы и нет? Кто знает, какие у него еще там приколдосы есть. Щука не сработала. А что, дорого стоит? Давай 3 штуки куплю, вообще похер. Вдруг прокатит.
щука не работает. На PS3 так я сразу смог это сделать. Блять, вот будешь дальше 2 получать, тоже ютубером станешь в натуре по факту, блядь. А я чё такой умный, даже в Маджуле не зажёг этот? Ебать я умный. Я в Маджуле даже костёр не зажёг. Так что, Лендик, учись хорошо. Я статистику не видел, сказать ничего не могу. У кого какие там оценки были? Кстати, вот с этим вот вебкамом девкам вообще повезло. У них есть и сиськи, и жопа. А если она еще и лицом хорошо вышла, то вообще идеально. Ищу себе девушку только чтобы продать ее на вебкам. А чё? Выгодный бизнес. Чё ебудал ты, блядь? Ты мою внешку не видел, мне никакой нахер вебкам не светит. Меня-то в первый день забанят с моей внешностью. И тем более, что я там буду показывать, мне чутики есть. Свою охуенную жопу. К сожалению, у меня нет. Я тетя Мотя. В натуре. У меня нет осколка. Сейчас открою хату. Кузнец тоже сидит без хаты. Ему бы ключик купить. А у него только 2500 душ. Мне надо 5к. Хуяк. У меня уже 4300 душ. Ключ камень. Ключ косарь 200 стоит. Тут скелет ебучий сидит. Ключи проклятия, сука, с кровотечением накидывает. Бля, сейчас бы еще от скелета сдохнуть. Не хватало. Ну, человеческая фигурка.
стрим пробую все дошики. Их что много? Говяжий, куриный. Я больше не знаю. Говяжий, куриный, есть с морепродуктами, есть еще какой-то розовый. С крабом, наверное. Гострим лечу, гострит. Ага, потом стрим лечу, гострит. Идеальный стрим. Зрителей будет, шо пипец? Я не понял, где проход наверх? А, тут. Нет. А вот. Грибной еще. О, понятно, почему я про него не знаю, потому что я ненавижу грибы. Сколько-то не то факел. Ну, сука, мы как свиньи ебаные, я без топора к вам не пойду, идите нахер. Я без топора вас не осилю, вы слишком сильны. Блять, они меня спалили. Где ты, сука? Блять. Я сдаюсь. Они слишком сильные для меня. Костер! 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 Спасай! Сосать плюс лежать, тупые свиньи. Нужен ли мне этот Моргенштерн? Пожалуй, нужен. Не знаю зачем. Блять. Минус души. Но я сейчас подниму. Так что не минус души. Но минус человечность, хотя человеческие фигурки у меня есть. Так что не особо страшно. Играю в сапёра. Неплохо. Блять, да... А чё запрыгнул? Теперь не запрыгнул. Потом стрим пришиваем ногу в домашних условиях. Кстати, кто шарит, чё с Мамиксом? Он что-то в ТикТоке видел историю. Где он в ТикТоке, короче, вливали ролик, то, что у него он в больнице, у него что-то с рукой, а рука у него похожа на то, что у него как будто в руке, не знаю, Корсар 10 взорвался. Весь искалеченный, изувеченный. Ну, я так и подумал. Что делать-то, еперный театр, у меня оружие говно. Изогнутый меч, резкий удар. А выпада нет, а мне нужен выпад. Ну, в принципе, думаю, с этим смогу выиграть. Постараюсь, надеюсь. Повезет. А, наушники нашел. Тусовку. Давай, пригласи меня в тусовку. А то я знаю, как зайти, а как пригласить не особо. Я вообще-то изначально прочитал то, что ты типа в наушниках какую-то тусовку нашел.
Ну, на PS4 типа встроенный Discord. Ну, если говорить прям дословно. Сообщение. Участвовать. Шалом. Я, походу, тебя не слышу. Ну-ка. А PS4 не случайно встроена мини-барта с напитками? Вряд ли. Алло, привет. Я, конечно, я не шарю, но тебя, возможно, слышно на стриме. Но точно знать не могу. Может, не передается звук. Понял, понял. Я опять. Тебе сколько лет? Какого, сука, хуя? Почему? У тебя голос звучит старше моего. Как это работает? Да, конечно. Кто в 21-м году не смотрит меня? Странные люди. Ёперный театр. А я аниме, не знаю, примерно с 2008, наверное, года смотрю. На Jetix Play, когда увидел. Ну и тогда я считал, что это мультики. Там был мультик, получается, Обан Звездные Гонки. Думаю, может, слышал, может, нет. Скорее всего, нет. У этого аниме, как понял, даже фандома в ТикТоке даже нет. Мало вообще кто о нем знает. Аниксарт. Так самое удобное предложение. Там реклама бесит. Там, когда в основном выходишь с самого плеера, реклама ее отключить. Точнее, выйти из нее и не ждать по полчаса. Он мне чуть пиздюлей не дал. Я еще не мелок не смог найти. Ты нашел мелок? Я вот... Ну, как написали в гайде, типа, он должен быть возле ловушки. Мужик возле ловушки должен... Блять! Я убился в воду. Гапатис пишет, кто-то заходит на стрим, а ты тут сам с собой чисто говоришь. Подумаю, ты чел, что за... Понимаю. Он очень сильный. Он может дать чуть дюлей.
Подожди, Майя ниндзя. О, порошок для починки полезная вещь. А, допустим, смотри, ты где-то проходишь, да, у тебя ломается оружие. Почти что ломается. А чтобы его, получается, починить, нужен костер. Ну, то бишь, если ты сядешь за костер, у тебя починится снаряжение, но у тебя отреспавнится абсолютно все, ну, все мобы на локации. А с порошком ты просто чинишь оружие. И не перезагружая локацию. Удобная штука. Их чинить у кузнеца. Там подходишь к нему, говоришь, там усилить, починить, выбираешь свое оружие и чинишь за душ. Купить предмет, кольцо. Удобная штука. Белый порошок в виде дорожек. А, честно, я не знаю, сейчас тоже прочитаю, показать информацию. Предмет для... Кость порядка. Предмет для игры по сети, если вы скроетесь из другого мира, отсоединившись от игры, вы будете наказаны. Этот амулет позволит развеять направленный на вас гнев. Но грехи не просто забыть, и сложно сказать, удастся ли вам так легко отделываться в следующий раз. Каждая встреча — это поворот судьбы, а судьбу не обманешь. Блять, было интересно, но я ни хирища не понял. Знакомы? Да, она у меня есть. Метка проклятых знакомы притягивает смерть возвращающей владельца к последнему костру. А, короче, этот. Если нужно к последнему костру, ты типа юзаешь эту херню, но теряешь все души и возвращаешься к костру. Типа как косточка возвращения, только ты теряешь души. Белый порошочек. Яй! А это, как я понял, синим, когда ты телепортируешься вроде как в мир чела, чтобы с ним подраться. И красное то же самое. Типа он телепортируется к тебе, чтобы с тобой подраться. Я не знаю, честно, потому что я их не юзал. Ни разу. Я их просто продавал. Они потому что неплохо стоили. А на локации... Как он там называется? Сейчас не скажу, но она будет после Огненной башни Хейда. Там то ли пирс, то ли как-то причал. Там будет, короче, бородатый такой дядь, который будет скупать эту всю херню. Да. У меня чухня не спавнится. Хреново. А типа можно вывести изображение с плойки на два экрана? А не получится ли так, что у тебя просто на двух мониторах будет одинаковое изображение? Белый порошок. Гопатис говорит про какой-то белый порошок. Я в душе понять не могу, что за белый порошок. В виде дорожек. Это штука для улучшения оружия. Приходишь к кузнецу, а улучшить, усилить оружие и за осколки титанита и души ты улучшаешь оружие.
Да, у всех так бывает. Закусали. Прямо в жизни тебя белый порошок телепортирует в новую локацию под названием Тюряга. Ну так, по факту. Не поспоришь, блин. На Манджуле его нельзя использовать, его можно использовать в этом, в замке, где падшие гиганты. Там есть после стены, когда проходишь, внизу там проходишь, вверх, обходишь всю эту херню, ломаешь стену. Внизу есть двери Фороса. Они есть еще в Манджуле, но ты пока к ним не доберешься, у тебя мало хп, ты просто не выживешь, если упадешь в колодец. Эстус? Options. У меня не появляется чефа. Не могу понять почему. Ну, чувак, который сидел, дал ключ от хаты. У тебя в Маджуле? Да, он сказал, что типа будет ждать в Маджуле, но у меня он еще не появился. У тебя он не появился? Там есть еще только две штуки можно залутать. Там труп в углу и сундук. Больше там нечего лутать. Потому что он костяной. Молевые телепорту. Костра. Напоминает. Солевой телепорт в натуре. Солевой телепорт. Я тебя предупреждал, он очень сильный. Только там в речке Донецк. Ну да, там речка Донецкая, здесь, знаешь, просто сел у костра, дунул трубку мира. Открыл глаза, и ты уже хрен знает где. Окей. Так, я включил комп, сейчас я чекну, где этот мелок находится. А то какой-то бред получается, не могу найти мелок. Лендик, не лезь, блядь, дебил, сука, ебать, оно тебя сожрет. Тебе хуёво сказано. Тебя тут скелеты защищают. Не понял. Я свой пин-код на компе ввел неправильно. Это как? Кто мне пароль поменял? Не, он сидит. Где собака? Ладно, он, скорее всего, под одеялом. Проверять я этого, конечно, не буду. У тебя какие собаки? У тебя какие собаки? Блядь. Это не то, что самые бесячие, это самые злые существа вообще на планете. Ну, по отношению к хозяину, они будут добренькие. Ну а так это просто маленький комочек зла. У меня была чихуахуа. У этой, у соседки. Это в Маджуле возле тёлки. Ну, у девки, у которой ты повышаешь уровень, надо улучшить. Улучшить флягу с эстусом. Я поменял.
кого поменял? Гапатис, ты что-то меняешь. Да просто дефолтная фотка, там светящиеся глаза добавил и татуировки в этом на шею. Еле как сигарету пририсовал. Такой бред. Ни хрена не получилось все нормально нарисовать. Ага. Там если что, у него в сундуке лук лежит. Пинкот, а ты что, ты что, хацкер, да? Ты хацкер? Рыцарь Пейт. Так, что за рыцарь Пейт? Это, наверное, тут... Только не говори, что это вот этот, который сидит в модуле. Это будет странно, это будет обидно. Она тебе улучшила, ты ее сможешь юзать больше. А, заходишь в снаряжение. Листаешь, видишь, в самый низ у тебя там ремешок такой нарисован. В самых нижних ячейках у тебя их 10 штук. Убери что-нибудь и возьми туда флягу с Эсусом, это хилка. Она восстанавливается каждый раз после посещения костра. Ты где его взял? Не понял? А мне где? Я тоже хочу. Да. 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 Он внизу, на первом этаже. Да, лутал. Фляга спирт. Надо с каким-то рыцарем Пейтом по мне потрещать, и там дадут милок. А что за рыцарь Пейт, я в душе не ебал. Наверное, вот этот, который сидит с синим мечом. Пермь. Да, Пермь. У меня 12 часов 11 минут. Ну, полночь. Да, я тоже заметил, что Кассар. Я думал, Кассар 200. Что за рыцарь Пейт? Кто такой рыцарь Пейт? Где тебя взять? Не стоит. Вот то, что ты здесь играешь в Dark Souls 2, да? По сравнению с Bloodborne, это детский сад. Нет, там наоборот, все очень сложно, тебя, блядь, у меня есть Bloodborne, и меня ебали там знатно, во все щели. Блядь, ну Genshin бесплатный. Рыцарь Пейт, я теперь знаю, где твою обмутку искать. Ну, что хотел, там все корейцы увидели там всяких этих аниматяночек и такие, надо, нам надо донатить. Ой, ну, признаюсь, я тоже грешен, я донатил стендов и донатил до хера.
Но больше всего я донатил в ФФ. Да. Я в него играл еще до того, как вышел PUBG на телефон. Да, только у тебя на него стрел нет. Скорее всего. Стрелы покупать у этого же кузнеца. Найти нигде, но купить у кузнеца. Там вроде одна стрела, что ли, 10 душ стоит вроде. Гопатис, если ты мне не веришь, у меня на канале есть запись трансляции, где я играл в Bloodborne. Больно там, мама, не горюй. Больше я не хочу возвращаться в Bloodborne. С ней вряд ли что-то можно сделать. Да вроде ничего. Нужен порошок, либо просто посидеть. А, у этого надо именно этот. Задушечный только. У торгов. У этого, у кузнеца. Блять, вы охуевшие мудаки. Бля. Ебанашки. Да, кстати, классный топорик. Такой... Ну, смотря какой именно. Я пока не буду с тобой драться, преследователь. Я слишком слаб. А, наверху который? Там очень сложный ковенант, его не советую. Нет. Он усложняет игровой процесс. Мне пизда, мне пизда. Меня убили. Я вот сейчас одного, короче, не понимаю. А на кой хрен я вообще сейчас пытался их всех убить, когда мне надо было просто прорашить до мелка? Это второй, да, топор, который? Там есть обычный, а есть с узором. С узором получше, но для него стат вроде как посильнее нужно. Ему нет. В этой... Только вроде одному персонажу здесь можно что-то продавать. Это вот который будет в пристани. А, забытая. Пристань или как? Так. В поисках шоколадки Милка. Стрёмно? Да там этих додиков вообще как нефиг делать убивать. Я не знаю, что ты мучаешься.
journey here. Be careful. I'll leave it. I'll leave this one to you. Я кладовщик. Кладовщик. Знает все склады, набирает товар. 30. Да. По крайней мере, мне вообще с головы хватает. 10. Да, я не доучился. Я просто ушел. Мне надоело учиться. Моим родителям было насрать, в принципе. Я тебе говорю, он неплохой, особенно если его вкачать нормально. В смысле кладмен? Я не кладмен. Я не закладываю закладки, я их ищу. Так я тебе говорю, они изичные. Ну, я с мечом на 100 урона спокойно их убиваю. А, эти духи игроков. Так, интересно, у меня остались эти косточки? Понимаю. А не трогай рыцарей хейдов. Сейчас вообще их не трогай. Они тебя не будут дома атаковать. Меня, да. Сейчас вроде бы сейчас да. Сейчас чекну. Да, у меня есть муки. Давай. Сейчас я тапахнусь на эту локацию хейда. Да. Да, я кину этот. Нет, не у костра, а на входе на локацию. Ну, как выходишь с этого туннеля. У меня есть там костер. Ты его оббегай вокруг, у него круговые атаки. Ты его выделяй, короче, и обходи его справа. У него первая атака промажет, на второй атаке чуть-чуть назад отойди, а на третьей атаке снова обходи его в круг. А потом начинай его бить. PS4 я купил 2 года назад. Я, да, фатку, чисто, ну, просто играть, типа. Да, за 13 тысяч купил, да и все. Я оставил знак. Хера ты умный. Хера ты лютый. Ты где бабки взял? Блять, мне бы в 10 лет дарили по 27 косарей на день рождения. Я бы был счастлив.
Эх, если бы мне по 15 косарей за день рождения дарили. Я бы жил вообще хорошо. За 7 косарей можно, в принципе, неплохую сборку пока сделать. Ну так-то возможно, скорее всего, да. Да, 27 тысяч. Да, я человечный. Давай приглашай. Вас призывают в другой мир в обличье фантома. И чё, и где я? Почему я все еще у себя? Попробую еще раз призвать. В смысле бегаю? Ты где? Я тебя не вижу. Не удалось принять коллектив. Сейчас я еще раз скину знак. Ну, попробую. Его тут вроде принимать и не надо, он сам принимается. Да? Да? Ну чё ты, братишка, притих? За глазом, с стрелой в глазу. Ну, как? Я хочу присоединиться. Что мне нажать? Вот есть мелок? Не удалось призвать, не удалось принять коллективную сессию. Ну-ка, он, кинь его. Вещи, выбираешь мелок и использовать. Да уж, неудачно пытался покушать, раз умудрился проткнуть палочками от суши себе шлемак. Да я видел. Я его вижу. Видимо, нет. Звук чата тусовки имеет приоритет. Не понял. Я вот что-то смотрю. Так, сейчас великий Яндекс помощь. Тебя BMX. У меня когда-то тоже был BMX.
Нет, конечно. Нет. В 16. А, там я у знакомого работал на сортировке вторсырья. О, это самый бесполезный заработок, листовки раздавать. Ну хотя да, просто по факту ты прав. Типа, в 14 лет мало куда еще возьмут. И где мне найти этого 5-летнего Олега? Тут такие бреды пишут. А тебе говорят, тебе копать и советуют идти на завод, что там по воде тали. РПГ. Да, я тоже это заметил, то, что типа на метрошке много людей смотрят. Как Яндекс мне не помогает. Яндекс дурак. Да. Говорят, поможет перезапуск игры. Но если я перезапущу игру, у меня оборвется стрим. А ты в каком ковенанте сейчас состоишь? А ну еще тебе предлагают угонять машины или заряжать одноразки. Да. Ну или поды на прокат. Я тоже не курю, хоть у меня есть вейп. Я тоже не курю. Я снюс кидаю. Вот мне тебе, короче, предлагают дать под. Пусть бизнес начинает. Тебе он все равно не нужен. У меня не под, у меня мод. Почему же?
Взрываются не моды, а мех-моды. Плата взорваться не может. Плата не взрывается. Взрывают, могут... и то даже не взорваться, а максимум протечь аккумулятор на мехмодах, так как мехмоды, они построены на коротком замыкании. А плата имеет защиту от этого. Я вообще не люблю подики. Подики — это для девочек. Не, я тебе по факту говорю, типа, поды для тех, кто либо не может купить себе нормальный мод, либо просто хочет подешевле повыебываться. Самое интересное, кого хуя они их покупают, если, типа, блядь, это с 18 лет вся хуйня. И кто им вообще их продает? Ну, я приду за вас на разборке, расправлю. Ну, блядь, гопатис, для меня поды — это вообще какая-то шляпа. Я не люблю поды. У меня были... у меня был... Я даже не знаю, считается ли пасита подом. Вроде как да. Такая шляпа несусветная. Лучше бы, не знаю, за деньги, за которые я купил пасик, я бы взял себе, не знаю. Ну, блядь, бушную Рексу 300. Да, потом бы потратился еще косарь на АКБ. Косаря полтора на дрипку. Потом рублей 300 на нормальные койлы и 300 на вату. Потом еще пятихатку на жижу и просто кайфовал. Думаешь? Как нехуй делать? Я больше не человек. Да, кидай метку. Угу. Сейчас только спрячусь до большого додика. Ну, блядь, под бесплатно. А, в смысле под бесплатно? Ты его спиздил? Или сам сделал? Вахуя. Я тоже всех хотел таким акуру покупать. Но потом думал, блядь, зайдет. То, блядь, зайдут ко мне в комнату и скажут, ты че ебанутый? Ты че ебанутый? Ты кинул метку? Ты кинул метку, да? Знаешь, что мне кажется? Знаешь, что мне кажется? Что зомбиком должен быть ты, а я должен быть человеком. Стой, подожди, стой, не умирай. Не умирай. Метку-то я, блядь, должен кинуть. Метку-то я должен кинуть, чтобы к тебе присоединиться. Слушай, спиздить и изъять — это по факту синонимы.
Ну или как говорится, тихо спиздил и ушел, называется, нашел. Да. Не, с Киберпанком она не посоревнуется, но когда я в 2015 или 2016 году зашел сюда с PS3, честно, я охуел. Тут графон прям шикарный. Я кинул знак призыва. Да. Там на треугольник переключиться есть. Нажми треугольник. Я. Ни хера не происходит все равно. Такой бред. Надо переименовать стрим. Пытаемся соединиться с другом поиграть. Я сейчас от скуки рыцаря Хейда попробую отпиздить. Но я почему-то знаю, что он отпиздит он меня. Да. А за какое дело ты его изъял? Он такой говорит, типа, проще попарить. Он говорит, пошел нахуй, а ты забрал у него пот? Слушай, тебе долго в игру перезайти? Да. Попробуй перезайти в игру, вдруг или починится. Да, я тут тоже рыцаря Хейда по приколу пиздить начал. Ну вот, меня убьют. Еще нет. Она вообще о чем? Какие выебончики? Какие могут быть выебанщики? Типа он уебался, вот у меня есть пота, у тебя нету, и ты его забрал, теперь у тебя есть пота, а у него нету. Ну, по факту. Так. Маленький тварь. Я просто не беру маленький тварь. Я набрал маленькая тварь, игра PS4, мне показывают God of War, Dead by Daylight, Darksiders, My Little Pony,
Little Nightmares. А, но я видел эту игрушку. Я Куплинов проходил вроде бы. И сколько она стоит? Ти-ти-ти-ти. Она вообще интересная? А, она еще и 2D-шная. 2D в 3D. Вау. Изометрия, короче. Ты там же стоишь, на мосту? Добеги, я сейчас кину этот знак призыва. Рыцарь Хейда согрелся? Ну почти, ну объясни в плане почти, ну что он сделал? Такого, что ты изъял у чела вейп. Он, может, копил на него, не знаю, 5 лет. Может, это из-за того, что я на стрим звук включен, хотя... Угу. Ты перезагружаешься, потому что тебя кокнули. А, то есть это получается, если он спиздил у кого-то, и ты спиздил у него, то получается, ты его не пиздил, ты изъял имущество. Потому что он его спиздил, ты вернул имущество себе. Но по факту ты его не спиздил. Ты его блядь, ебать у тебя схема. С тобой общаться страшная тема. Я все равно не смогу к нему подсоединиться, потому что я в облике Полова. Ну, кинь. Нет, тут без разницы, как принимать, на знаки или не на знаки. Я... У тебя твой знак призыва у меня даже не появляется. Ну-ка, сейчас просто перезайду в сохранение, вдруг поможет. Я потому что по факту из игры вышел. Я сейчас попробую прямо на костре кинуть. У меня рыцаря спиздили. У меня нет рыцаря Хейда. Давай я подальше от костра отойдем. Может быть, это тоже решает. Типа, рядом с костром нельзя кинуть. Забеги в этот тоннель. Я в тоннеле кину. Я на это кину, на... Смотри, короче. Как выходишь из тоннеля, слева увидишь его. Я почему-то не могу его откинуть. Или потому что там рядом Маджулу.
Тогда я снова на этом куске возле выхода кинул его. Там костер рядом тоже. Давай тут еще попробуем, да, и тогда туда пойдем. Пиздец, мы уже 40 минут пытаемся присоединиться друг к другу. Ты в облике человека? Тебе надо быть в облике человека. Попробуй сначала. У тебя мой появился призрак, нет? Ну, там, наверное, на том месте. Попробуй. В комнате? Стоп. Подожди, ты возле бабки? Я-то, блядь, в башне Хейда. Блядь, я еще и сдох. Контент 40 минут, коннектимся друг к другу. В натуре. Охуенный контент, слушай. Ты такого нигде не найдешь. Потому что у всех других людей все нормально. А у меня всегда все через жопу. Да блять! Ютубер выкладывает ролики, стример стримит. Без роликов. Ну, как пример, Hardplay. Hardplay стримит на Твиче и выкладывает в Ютуб записи. Ну, в большинстве случаев у ютуберов есть свои монтажеры, они сами не монтируют. Есть люди, которые могут это делать по бартеру. Типа, вот я тебе монтирую, а ты меня пиаришь. Я получаю уже пизды от Полова. Ну, у бабки. Я на улице кину этот нелог. Да, прямо возле входа к бабке. У меня тоже есть кола. У меня еще есть клубничный сидр, грушевый сидр, яблочный сидр. Корона Экстра, Миллер и Дизель. Короче, бухль. А вискарь у меня в другой комнате, есть еще вермут. И настойка. Коньяк, херня, виски пишешь. Ты в состоянии...
Да вряд ли это надо как-то принять. Это что за бред? Попробую снять кольцо. Не, попробую сейчас просто снять кольцо и поставить. Ой, точнее принять. Точнее принять. Как тут ни хер делать, в яму падаю. Сейчас. Анонимус. Так, короче, зашел сюда чисто подсказать. Если подсоединиться друг к другу, для начала почитайте про Soul Memory. А она у нас минимальная. Мы, получается, я 12 уровня, он 15 уровня. Разница минимальная. Но у меня 12 уровень. Я не апал левела ни одного. Кого ты говорил? Каифа, Кремль? Кого убирать? Шо не так, Анонимус? Шо я не так сделал? А по
Soul Memory, что-то такое. Так, Soul. Типа память душ со всех аккаунтов, типа со всех профилей, типа. И, ну, со всех персонажей имеется в виду. Просто у меня один, получается, персонаж 78. Нет, 82 левела, а этот маленького левела. Да, у меня. Я знаю, что. Я знаю, что у меня есть задержка на стриме. Подожди, а как это чекнуть? Память душ. Память душ, еще душ. Я да, это я только что прочитал. А где ее чекнуть? А, 9500. А, открой, Лендик, пожалуйста, статус игрока. Сколько у тебя душ в правом верхнем углу показано? У меня 9500. Ебать, 22 косаря в шоке. И чё мне получается, сейчас надо ходить и фармить души, да, получается, чтобы с ним сыграть? В шоке. Спасибо анонимус, что подсказал. Ну, по крайней мере, человек, который шарит в этом, в чате пишет именно так. Да, спасибо анонимус, я чекнул. У него 22 тысячи с память души, а у меня 9500. Разница в 50%. А нужно, а, как я понял, надо не больше 25%. Да, не выше 25%, как я понял. Получается так. Шлем полого солдата, полная шляпа. Я вообще без брони. Аккуратор для расчета есть, если понадобится, все, пошел, удачи. Спасибо еще раз. Пока. Куда? А, все. У тебя собака молоток ходит? В шоке, тебе собака лень гулять? В шоке, бедная собака. Так, 10 сил надо. Какую именно дверь? А, тут дверь. Тут дверь, я без понятия, как открыть, честно. Нет. По крайней мере, я еще не находил дверь, которую еще можно сломать.
Ну в этом еще, в Маджуре. Не в Маджуре, а, нет. Не-не, я перепутал, да, только у бабки. Получается так, пока я хаплю душу. Блять, мне проще, наверное, будет босса убить. Да, этого падшего. Нет, последний гигант, либо падший гигант, я не помню, как его зовут. Он по сути изичный, но когда начинает ногами топать, бесит. Ебать. Не, я еще босса пойду отпизжу. Угу. Воу, я его с этим, с оружием, с выпадом убиваю. С выпадом. Ну, с мечом, у которого есть выпад. Ёб твою мать, огромная обезьяна. Блять. Я забыл, что он 4 удара делает. Как
Какого именно хрена щитом? А, огромного, который с большой кувалдой? Тем временем я, который бегу голый. Главное просто знать их мувсеты и все. В этом больше ничего сложного нет. Мышцу. Да, только я их не открывал. Падший драконоборец из-за этой фигни сам упал вниз. Из-за того, что я типа не открыл, он выпадом сам упал вниз, мне даже убивать его не пришлось. Нет, там он почти 100% упадет, если будешь у края, он выпад сделает и все. На центре, да? Который в центре стоит, когда ты будешь не пиздиться, те, что по бокам, они не пойдут к тебе. Только когда ты убьешь его, они к тебе пойдут. Они просто охуели, что какой-то чепушка не подошел. И решили оставить дело боссу. Вдвоем сразу же. Я синий экзорцист. Ну пока что да. Да там пиздюк, который оказался сыном Люцифера. Но хочет стать добрым. Да, его воспитали священники, экзорцисты. Ты к боссу не пройдешь, пока дракона не убьешь. Не пройдешь. Тебе дракон. В смысле, ты доходил до драконоборца? А, до того, да.
дойдешь, а до которого дракон ты не дойдешь. Там сначала дракона отвезти надо. Ебать, я отпиздил древесного бога 12 уровнем. Да, каждый день этим занимаюсь. Ты что, против босса пиздишься? Не, Анонимус написал про... Не, Анонимус написал про какой-то калькулятор. Что за калькулятор? Сколько у тебя память душ? Память душ в статусе игрока. Угу. Какой-то калькулятор. Интересно, что за калькулятор? Где его взять? А я пока отойду. Я хочу сходить в думательную комнату. Комнату для раздумий пошел. Приду скоро. Я тут. Почему-то я даже не удивлен. Слушай, у тебя есть игры какие-нибудь еще? Там Far Cry 5 или Far Cry New Dawn? Грустно. Так, раз ты сдох, посмотри, сколько у тебя память душ. О, все, почти что отлично. Я пизду. У меня, сейчас скажу, 22. Уже 28 тысяч. Сейчас я тепехнусь на башню Хейда. Я просто душу гиганта использовал, все. 6000 душ дали за душу падшего гиганта. Тепехайся куда-нибудь там, в башню Хейда или к бабке. Угу. Сейчас душу топлю. Я нет. Попробуем сначала так, ну, чтоб ни ты не монстр, ни я не монстр.
Сдохнуть должен буду я. В любом случае. Я кинул знак призыва. Ну, год так-то недавно начался. Нет. Ни хрена не работает. Наверное, мне надо в игру перезаходить. Чисто сейчас попробую. Да я уже спать скоро, ну, по факту ложиться буду, потому что, блядь, время уже половина второго. Ну, без 10 половина. Я поставлю метрошку на загрузку. И дополнение. Завтра будем метро играть.